Очень приятно, что такая атмосфера. Собрались все ветераны, кто и начинал свое время на улице Зорги. Мы продолжили их традицию, как бы очень здорово, что есть такая преемственность. Как бы, ну, собрались и постарше ветераны, и среднее, как бы, звено, и помладше. Это очень здорово, что такой праздник. И 55 лет хоккею башкирскому, уфимскому. Это очень здорово. Ну, что хотелось бы сказать. Спасибо руководителям всех рангов за приглашение. Ну, наверное, за те 17 лет, которые я отсутствую в городе Уфе, я рад тому, что меня пригласили на этот праздник. Ну, прежде всего, конечно, я хотел бы сказать спасибо нашим башкирским или болельщикам Башкортостана. Хочу сказать руководству республики за понимание, за их моральный и материальный вклад в развитие хоккея в республике. Понимаете, очень приятно. Эта мечта была, я думаю, нашего поколения, может быть, и старшего поколения, о том, чтобы Уфа была, знаете, на верхних строчках таблицы. Расскажите нам, вот вы все-таки автор первой шайбы во Дворце спорта в составе Юлаевцев. Помните тот гол? Я и тот гол помню, но это не помню, с чьей подачи, по-моему, или с Пролыгина, Дима Пролыгин у нас был, играл. Он проходит по праву, и я слева захожу, он отдает мне пас, и я в одно касание забиваю. За кого будете болеть сегодня? Ой, вы знаете, я буду болеть, наверное, все-таки за Салават Юлаев. Все-таки это моя родина. Здесь я родился, здесь меня научили играть в хоккей. Здесь я впервые стал чемпионом Советского Союза среди юношей в 1973 году. Так что я, наверное, сегодня буду болеть за Салават Юлаев. Кого из игроков Салавата помните, который вот был таким настоящим игроком, никогда не симулировал, никогда не ругался с судьями? Кого можете поставить в пример? Я двух человек могу в пример поставить. Владимира Быкова, он знал свое дело, он никогда не обращал внимания на судейство. Играл, забивал, его толкали, били. Он делал свое дело. А из тренеров это Владимир Воробьев. Я считаю, что это грандиозный праздник. Это честь и уважение всем ветеранам. И я скажу так, без прошлого не бывает будущего. И за эти 55 лет очень много было сделано для того, чтобы видеть на высоте именно Юлаев, именно в лидерах.